нанесение логотипов на одежду. Спортпринтен. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на поединке 13-го тура высшего дивизиона подгруппы А. «Гефест Легион» сегодня встречаются на Флотской. Матч, который, казалось бы, с одной стороны, мало что значит для играющих команд, но с другой стороны, имеет важнейшее значение на турнирных раскладах. «Интер» сегодня днем, сыграв в ничью с «Голд Шарк», официально оформил чемпионство. И зная о кадровых проблемах «Легиона», наверное, всем было понятно, что «Гефест» сегодня добьется победы. Но ведь на самом деле для «Гефеста» важна сегодня не только сама «Виктория», но и хорошая разница забитых и пропущенных мячей. Именно она, скорее всего, и определит, кто же из двух преследователей «Интера» в итоге выиграет серебро Северной лиги и окажется выше. Если, конечно, ни те, ни другие за два оставшихся тура не допустят осечек. О турнирных раскладах, о перипетиях различных других матчей чемпионата мы поговорим уже по ходу сегодняшнего поединка. Главный арбитр встречи Гасан Гасанов уже дал свисток, возвещающий о старте этого противостояния, и «Гефест» моментально ринулся в атаку. «Легион» сегодня играет не просто в меньшинстве, а в двойном меньшинстве. 6 футболистов легионеров сегодня приехало на Флотскую. Александр Дементьев, номер 35, Дмитрий Неруков, 33, Сергей Миронов, 2, Дмитрий Ефремов, 8, Андрей Абрамович, 22 и Павел Камушкин, 50. И, естественно, ни о какой контр-игре сегодня в исполнении «Легиона», наверное, идти и речи не может. «Гефест» сейчас предельно мобилизован, «Гефест» мотивирован, что не менее важно, и, думаю, не позволит себе никакой осечки сегодня. Сам же «Гефест» на самом деле тоже в не самом оптимальном составе собрался. Всего 10 футболистов приехало в этот субботний вечер на Флотскую. Сергей Бурцев, номер 84, занял место в воротах. Константин Лозбенев, 4-й в центре обороны. Андрей Моисеенков, 6-й слева. Павел Котов, 17-й справа. Максим Мухин, 7-й в центре поля. Евгений Ширинков, 23-й. Андрей Идрисов, 90-й, расположились рядом с Максимом Мухиным. На острие атаки Сергей Романович. И первый гол в сегодняшнем матче состоялся на первой минуте 22-й секунде. Его автором становится Евгений Ширинков. На скамейке запасных у «Гефеста» сегодня присутствуют еще Станислав Станиславский и Алексей Хутулев. Насколько мы знаем все прекрасно, голкиперов по ходу противостояния наставники «Гефеста» менять не любят. А вот Алексей Хутулев, уверен я, получит достаточное количество игрового времени и сможет им воспользоваться сполна. Сказали мы о том, что сегодняшний матч, с одной стороны, не так важен, а с другой стороны, имеет весомое значение. «Динамо» опережает «Гефеста» по разнице забитых и пропущенных мячей. На данный момент у «Динамосов» плюс 17, у «Гефеста» плюс 12 без учета сегодняшнего противостояния. И «Античным» нужно непременно эту разницу сегодня нивелировать по ходу сегодняшнего матча. И второй гол забивает «Античный», Андрей Идрисов его автором становится. Таким образом, это на самом деле очень плохая новость для «Легиона». Уверен я, останавливаться подопечные Алексея Швындина не будут ни при каком счете, будут продолжать давить, будут продолжать забивать и править собственную статистику. С другой стороны, на самом деле, многое будет зависеть в том числе и от «Динамо». У команды Антона Тимофеева более сложный календарь, нежели у «Гефеста». «Античные» в двух последних турах сразятся с двумя худшими командами первой восьмерки, вот с «Легионом» сегодня и с «Невой» на следующей неделе в преддверии противостояния, ответного противостояния Кубка ЛФЛ с РМА. Ну а у «Динамо» здесь сейв совершает хороший Александр Дементьев. Романович пробивал в касание, подставлял ногу. Знаете, вот у меня в такие моменты почему-то всегда ассоциация идет именно с бильярдом. Вот подставлял свояка, желая забить, но не получилось в этом эпизоде. Уверен,
Это не последняя опасная атака античных по ходу ближайшего часа. Ну так вот, возвращаясь к календарю, у динамовцев завтра запланирована встреча с APC, который, между прочим, в первом круге второго этапа чемпионата не просто отобрал очки у Динамо, а сумел выиграть в этом противостоянии. И не побоюсь этого сравнения, на мой взгляд, именно в этом противостоянии и может случится та самая роковая оценка, которая помешала динамовцам быть фаворитом в борьбе за серебро. Тем временем третий мяч в сетке ворот Александра Дементьева оказался уже к исходу пятой минуты. Никаких проблем с вскрытием защитных построений легиона Гефест не испытывает. Судя по всему, это еще и автогол случился. Сейчас еще раз внимательно пересмотрю повтор, от кого же именно мяч в сетку ворот отправился. Но по большому счету, опять-таки, это все не имеет такого уж весомого значения. А продолжая свою мысль, возможно, если сезон так и закончится с преимуществом Гефеста, там, знаете, в... одно очко или, например, по дополнительным показателям, то непременно по итогам первенства все будут вспоминать, что вот, да, был такой матч, когда динамовцы вели в поединке с APC и в итоге даже и одного очка в копилку не положили. Но это все разговоры в пользу бедных. Так, здесь четвертый мяч в сетке ворот Дементьева оказывается, его автором становится Сергей Романович. У Гефеста сейчас своя задача, ему необходимо забивать как можно больше, чтобы буквально не оставить динамовцам шансы на серебро чемпионата. При этом, помимо поединка с APC, в котором, безусловно, бело-голубые будут считаться фаворитами, в последнем туре динамовцев ждет Интер, который уже оформил чемпионство, и это тоже, можно было бы предположить, будет на руку динамовцам, мол, никакой мотивации нет у команды Сергея Филина. Но опять же, вряд ли Интер, чемпион, позволит Динамо победить с разгромным счетом, например. Ну а у Гефеста есть отличная возможность действительно сегодня забить. Возможно, попробовать установить новый рекорд чемпионата Севера, который был установлен в прошлом году в поединке между Терминатором и Меккой. Также матч проходил в самой концовке. В самой концовке чемпионата, и Мекка также действовала весь матч в двойном меньшинстве. Тогда команда Ивана Кара остановилась на отметке в 29 забитых мячей, при этом пропустив лишь однажды. Чем не интрига для сегодняшнего противостояния, коль уж непосредственно игровых вопросов здесь осталось не так много. Дементьев, между прочим, здесь крутится белкой в колесе, и руководители команды, на мой взгляд, сегодня должны как минимум отблагодарить всех тех футболистов, особенно из дублирующего состава, приехавших и начавших буквально мучиться в этот вечер на Флотской. Еще один гол. Свои ворота его отправляет Андрей Абрамович. Смею предположить, что главный арбитр встречи запишет это взятие ворот на человека, отдававшего передачу. Но, опять же, как и многое, о чем мы говорили по ходу стартовых 8 минут, это особого значения в сегодняшнем матче не имеет.
Моисеенков здорово здесь играет на перехвате. Очередная атака в численном большинстве. Удар и очередной гол. Евгений Ширинков. 6-0. Если команда продолжит забивать в том же темпе, то, боюсь, счет станет совсем неприличным еще к концу первой четверти встречи. На самом деле у Легиона есть выход в подобной ситуации. Он, скажем так, не совсем честный и может вызвать, что называется, праведный гнев со стороны соперника. Но если кто-то из игроков Легиона получит травму или же, не дай бог, удаление, то матч прекратится досрочно по причине нехватки нужного количества игроков у черно-серых. Но это чревато всеми санкциями, как и в случае с неявкой. А учитывая, что Легион все-таки вышел на сегодняшнее противостояние, думаю, что до подобного дела не дойдет. Но, скорее всего, дойдет до еще одной опасной атаки. Здесь из пределов чужой штрафной пробивал Максим Мухин, пробил неудачно. Более того, даже немножко заприхрамывал после этого выстрела. Неудачно голеностоп развернул. Знаете, когда вот нерабочей ногой пробиваешь и не до конца правильно выворачиваешь стопу, порой такие ситуации возникают. Но в любом случае это неприятно, это болевые ощущения, да, но достаточно быстро они проходят. Легион пытается выйти из обороны в атаку. Причем пытается посредством коротких передач, но здесь ошибка на своей половине поля. Павел Камушкин отдал неточную передачу, и Гефест всем составом атакует, Моисеенков бьет и выше ворот. Немножко подуспокоились античные после того, как 6 мячей за стартовые 10 минут в сетку ворот соперника отправили. Забитых мячей уже целых 2 минуты мы с вами не видели. Это ни в коем случае не ирония, а лишь констатация факта. Если бы Гефест, например, выигрывал на данный момент спор у Динамо в таблице в очковом эквиваленте, думаю, что избиение непрекращающегося мы бы с вами не увидели. А вот в подобной ситуации, которая сейчас сложилась в чемпионате, и не случайно мой коллега, обозреватель высшего дивизиона Кирилл Разумовский, одну из статей назвал «Разница в разнице», а она наилучшим образом характеризует ситуацию в турнире. Котов бьет с левой ноги и чуть-чуть не попадает в створ. Принялись античные за дальние выстрелы. Хотят не просто забивать, но и делать это красиво. За что мы их, естественно, можем только поблагодарить. Может быть, и действительно пару стоящих забитых голов мы с вами увидим, которые смогут претендовать на попадание в традиционный хит-парад передачи на бровке. Романович, перевод направо, на Котова, прострел. Здесь Миронов разряжает обстановку, но на подборе, естественно, футболисты Гефеста. Дача в штрафную, и здесь никого не оказалось. Дементьев не спеша отправляется за мячом. Чтобы дать возможность своим партнерам передохнуть хотя бы пару десятков секунд. Дементьев выбивает мяч в аут.
неточная передача на Андрея Абрамовича. Открывался хавбек на ближний к нам бровке. Котов. Мухин. И атакует Мухина. Как раз таки Абрамович. Ошибившись в передаче и выбив мяч в аут. Миронов. Бросает мяч вперед в направлении Ефремова. Но тот лишь обозначает прессинг своему оппоненту. Моисеенков. Идрисов. Моисеенков. Катают мяч античные. Ну, думаю, что в уме тренерский штаб уже держит следующую неделю, в течение которой предстоит команде провести сразу два матча. Один другого важнее. В субботу пока запланировано на 19:00, но пообщавшись с руководителями Гефеста, удалось мне выяснить, что контактируют они с Невой по поводу возможности переноса игры хотя бы на чуть более раннее время, чтобы успеть восстановиться затем к ответному поединку с РМА. Ну а по поводу ответного полуфинала тут никаких дополнительных рассказов и не требуется, чтобы дать вам понять, насколько важен этот поединок. Потому как неудачно выступив в чемпионате, любое место, кроме первого для Гефеста, в любом случае это будет считаться неудачным результатом. А затем, провалив выступление на КФЛ, у команды Алексея Швундина попросту не осталось вариантов, кроме как ставить себе задачу исключительно побеждать во втором по значимости Еврокубке Москвы. Тем более, что в прошлом году Гефест добирался до финала Лиги Чемпионов, и там уступил лишь в серии послематчевых пенальти. И по факту нынешний сезон Гефест начинал в Лиге Чемпионов как обладатель турнира, потому как прошлогодний победитель закончил свое выступление в ЛФЛ. И, естественно, понятное дело, что никаких других целей уже и быть попросту не может. Да, есть еще Кубок Севера, который стартует на следующей неделе после окончания чемпионата, и Гефест сыграет в 1/16 финала с Трувером, с коллективом из первой лиги. Легион, к слову, будет сражаться с дублем Панорамы, номинально командой третьего дивизиона, но на этой стадии дубль еще имеет возможность привлекать футболистов основы. Ну, а у нас здесь Андрей Идрисов седьмой мяч на 17-й минуте забивает. Александр Дементьев здесь вопрошает у партнеров, зачем мы помогаем им забивать, они и так нам все равно забьют, зачем им самим мяч отдавать. Вот эмоции Дементьева понять можно. Голкипер-то очень хорошего класса, и пропускать по целой авоське мячей, это, мягко говоря, неприятно. Например, ЦДК на прошлой неделе ограничился уже меньшим количеством забитых голов. 8-0 та встреча завершилась. Да, прошу прощения, конечно же, не меньше. Сейчас счет только 7-0. Но в любом случае ЦДК и Гефест в этом плане как некоторые антиподы, что ли, выступают. Такие а-ля игривые армейцы против прагматичного Гефеста, который продолжает идти вперед, продолжает нагнетать, продолжает искать свои моменты. Вот все ждал я, когда же кто-то из игроков в малиновой форме нанесет удар по воротам и состоится 8-й гол, но вот не позволяли мне эту мысль завершить античные. Вот в этом плане, опять же, здесь Алексей Хутулев забивает его как раз-таки на 19-й минуте. В этом плане
опять же, возвращаясь к турнирным раскладам, можно только посочувствовать «Легиону». Что у Гефеста есть сегодня цель забивать как можно больше. 8-0 к 19-й минуте. Легион понуро начинает с центра поля. Не знаю, возможно ли в такой ситуации попробовать насладиться футболом. Причем это относится как к одной, так и к другой команде. Хотела посоветовать Гефесту не сбавлять обороты. Говорил я в одном из эфиров, что наилучший способ показать свое уважение сопернику – это продолжать играть с ним в полную силу. Но вот сегодня абсолютно точно футболисты Легиона не хотели бы со мной согласиться. Думаю, в душе они бы уже были бы согласны закончить эту встречу. Знаете, вот как в боксе говорят, за явным преимуществом фаворит. Нокаут пока нет, соперник может продолжать, но какого-то особого смысла в этом найти практически невозможно. Котов играет в центр, Идрисов ставит мяч пяткой. Котов, несмотря на то, что находился к мячу дальше, все равно успел первым к этому снаряду. Котов убирает под правую, бить, естественно, не стал. Идрисов удар, здесь Дементьев спасает свою команду. Более того, Неруков еще и оставляет мяч в игре. Дементьев. Абрамович неплохо здесь за счет движения корпусом избавился от оппонента. Камушкина, вот может быть и атака состоится. Нет, Камушкин мяч потерял и буквально один на один мог убежать Максим Мухин, но не стал этого делать. Подработал мяч и пробил хлестко, но его удар заблокировали. Котов идет вперед, передача в центр, Идрисов на край. Нужно уже выполнять подачу. Моисеньков бить в касание не стал. Ширинков, Моисеньков. Хорошая карусель. Лазбенев, нет, не пробил в касание. А вот может быть сейчас, если пас отдать в штрафную, он там вот на штанге притаился одинокий футболист. Вот он момент и еще один гол. 9-0. Алексей Хутулев забивает свой второй гол в сегодняшнем противостоянии. И на самом деле можно даже посочувствовать Александру Масленникову, что он не принимает участие в сегодняшнем поединке. Потому как именно Масленников является ближайшим преследователем в списке бомбардиров Артака Григоряна, понятное дело, что отставание в более чем 10 забитых мячей отыграть было бы сложно, но если очень захотеть, то в принципе можно было бы Масленникова раз за разом выводить на ударные позиции. Голов 8-10 как раз-таки отыграть и можно было бы отставание, но, знаете, это не совсем по-спортивному, что ли. Многие, знаю, не раз критиковали Виталия Гурцкая, лучшего бомбардира нескольких чемпионатов Севера, вот как раз-таки за то, что какие-то космические голы, количество голов, конечно же, забивал Гурцкая в концовке чемпионата заядлым аутсайдером. Сейчас, казалось бы, когда турнир разделили на две восьмерки, подобная ситуация не должна была состояться. Но вот мы с вами видим, что и в коллективах
топ-8 подобные ситуации возможны. И Легион, который в любом случае уже добился наивысшего своего достижения в истории, завершает чемпионат вот таким вот ужасным образом. За последние полтора матча Легион пропустил уже 17 мячей. Это еще первая половина отчетного противостояния не завершилась. Миронов пытается выбраться из-под прессинга Максима Мухина, и это сделать удается. Абрамович, потеря, Романович, пас в штрафную, и был близок к хет-трику. Алексей Хатулев. Но его удар заблокировали. Шренков пытался пяткой пробить. Знаете, как во дворе многие по-пижонски забивают. Котов. Пас в штрафную. И здесь Константин Лозбенев не сумел воспользоваться моментом. Не хватило, как говорят в таких ситуациях, бомбардирских навыков. Лозбенев, если мне не изменяет моя память, вообще в Гефес приходил-то как игрок центральной линии, но затем, завоевав место в составе, в линии обороны, и забивает не так уж часто. Поэтому, возможно, и не рискнул сейчас пробивать там в одно, в два касания. Классно выстрелил Павел Котов со своей могучей левой ноги. 10-0 на 26-й минуте. Если продолжится в таком темпе, то, боюсь, у главного арбитра и место может на карточке не остаться, чтобы записывать авторов забитых мячей. Зато хватает места на нашем титре, что меня не может не радовать. На КФЛ была забавная ситуация, когда в поединке, к слову, именно Гефеста как раз и не хватило места на плашке, чтобы итоговый двузначный результат вывести. Котов благодарит Мухина за ответную передачу. Сам играет еще. Ну и очередная попытка позиционного давления. Лозбенев. С пяткой здесь отбиваются уверенно легионеры. Даже и такое возможно в сегодняшнем матче. Расстрел. Здесь Миронов на линии ворот выносит мяч, не позволяя случиться 11-му голу. Мухин убирает под левую, убирает под себя и позволяет Ефремову выбить мяч в аут. Романович. Налево. Наверное, особо акцентировать внимание на то, как Гефест проводит свое наступление, не совсем нужно. А вот этот поединок, например, в качестве пособия тренировочного вполне можно. Почему нет?
я имею в виду наставников обеих команд. Хотя, конечно, сложно заставлять себя действовать на пределе возможности или хотя бы на 50%, когда еще по ходу первого тайма ты ведешь двукратным перевесом. Паузу. Форменным огромным завершением. Первая половина. Дементьев далеко-далеко вперед выбивает мяч в направлении Абрамовича. И тот даже единоборство своего оппонента выиграл. Это нельзя назвать, что это был опасный момент, хотя... По такому матчу это действительно опасный момент для Легиона. Романович. Будет удар. Нет, это удача очень сложная для обратного. Но тем не менее, это именно перевод. Алексей Хутулев начинал сезон. Его лучшим бомбардиром. Но об этом и о многом другом мы с вами поговорим уже во втором тайме. Главный арбитр встречи отправляет команду на небольшой перерыв. Отдохнем и мы с вами. Минуя посредников, мы экипируем любой коллектив, выполнив на высочайшем уровне полный комплекс работ по спортивному нанесению. «Спортпринт-М». Завершился перерыв в матче 13-го тура высшего дивизиона подгруппы А. Гефест Легион 10-0 после первого тайма. Легион начинает вторую половину прямым ударом с центра поля. Причем удар получился действительно знатным. И Бурцеву пришлось по-настоящему вступить в игру. Но если тот момент голом не завершился, то своим наступлением... Гефест воспользовался сполна, и Алексей Хутулев забил 11-й гол команды. Тут уже пошли шутки. Мол, пусть Александр Дементьев пробьет, и хороший выстрел. Чем вам не интрига, забьет ли Александр Дементьев хотя бы раз... После одного из пропущенных мячей. Понятное дело, что это все шутки. Не вряд ли удастся кому-то из легионеров поразить ворота Бурцева ударом с середины поля. Вот пару таких контратак за матч соорудить почему бы и нет. Идрисов играет направо. Шеренков. Пас центра. Хутулев левее. Возвращаясь к разговору об Алексее Хутулеве, то сезон 17-18 форвард античных начинал в второй команде. Здесь не было гола. Серия интересных рикошетов сыграла за Легион. Так вот, Алексей Хутулев, начиная сезон в Гефесте 2, в третьем дивизионе, провел там пол чемпионата и за 22 матча 55 раз вписал свою фамилию в протокол в качестве голеадора. Еще 13 раз отдавал голевые передачи. Понятное дело, что такое выступление за... вторую команду клубной системы не могло остаться бесследным. И
Хотлёва вернули в основной клуб. Вот некоторые матчи в третьей лиге они были очень похожи для Гефеста на подобные противостояния. Понятное дело, что с поправкой на уровень команд, с поправкой на амбиции, но тем не менее. Лев обозначает прессинг Александру Дементьеву. Тот выбивает мяч на чужую половину. Сергей Романович, к слову, сейчас также на поле вместе с Алексеем Хтулевым и играет одного из защитников, что интересно. В центре обороны действует Андрей Моисеенков. Все сделано для того, чтобы Константин Лозбенев сегодня забитым голом отметился. Но пока по-прежнему свою фамилию в протокол он писать не может. Удар. Здесь Бурцев не испытывает. Моисеенков тоже решил сходить вперед. Все-таки нет, это по эпизоду, что ли, так расположились футболисты. Лозбенев остается на своей половине. Подача. Котов бьет. Дементьев выручает свою команду в красивом прыжке. И без слов вопрошает Павел Котов. Как так? Как удалось-то ему отразить этот выстрел? Дементьев не прекращает сражаться. Делает свою работу. Романович играет налево. Котов под лево убирает. Бить не стал. Под штрафную. И у Идрисова убивает мяч легионера. Лозбенев ставит корпус и не позволяет даже за линию штрафной, если ее провести до боковой линии, выбраться сопернику. Удар в касание, в ближний угол. Нет, но если легион многое позволяет тебе и почти беспрепятственно входить в его штрафную, то это не значит, что Александр Дементьев будет пропускать удары в ближний угол. Постепенно загораются у нас здесь и фонари на Флотской. Вечер подбирается. Последний поединок в высшем дивизионе на сегодня. Завтра еще несколько матчей на Флотской состоится. В подгруппе А в 10:50 сыграют APC «Динамо». Важный матч. Как для динамовцев, так и для Гефеста, так и для APC, сражающегося с ЦДК и Голдшарком за место в таблице. У нас 12-й гол тем временем состоялся. Далее в 12:00 Голдшарк сыграет во второй раз за неделю с Интером. Ну а в 13:10 в заключительном матче уикенда сразятся ЦДК и Нева. Павел Котов сегодня забивает исключительно красивые мячи. Это в его стиле. Еще один дальний выстрел. Это, наверное, самая худшая попытка из всех предпринятых сегодня. Не удался выстрел у Дмитрия Нерукова. Ну а Сергей Бурцев призывает своих партнеров не сбавлять обороты. Давайте еще и еще и еще.
Романович. Штрафной. Убирается на оперативный простор. Передача последует? Нет. А почему же так пожадничал Сергей Романович? Там Алексей Хутулев один на дальней штанге находился. Не отдал ему пас на покер. Лазбенев убирает под правую. Пас в центр. Хутулев, и его накрыли. Лев, вновь его удар блокирует. Голоден. Голоден до голов. Алексей Хутулев. Неудивительно, что чаще других он пробует пробить по воротам соперника. Дрисов. Здесь тоже гола не будет. Чуть-чуть попожарил, собственно, штрафной Александр Дементьев. Можно и ему, после того количества сейвов, что он уже совершил. Но затем все-таки выручил свою команду вместе с защитниками. Мухин на ударной позиции, бить не стал. Штрафной Идрисов и укладывает мяч точнёхонько в уголок. 13-й гол забивая. В сегодняшнем матче. Ну, теперь я однозначно могу утверждать, что это самая крупная фиаско, на котором мне в прямом эфире пришлось наблюдать. Думаю, что до рекорда сегодня дело не дойдет. Все-таки еще 16 мячей забить за 20 минут, конечно, можно, но не думаю, что Гефес будет так упираться. Но то, что это будет самая разгромная неудача, самое крупное поражение легиона в истории, это несомненно. У Гефеста были очень крупные виктории. Так что здесь, безусловно, все будет зависеть от итогового размаха. Пока у нас 14-й гол Гефест забивает. Протокол по итогам этого матча будет очень... пестрым. И я думаю, что не найдется футболиста, который бы не отметился голевыми действиями в этом поединке. Павел Котов просит желтую карточку для оппонента. Понятное дело, что не всерьез. Вновь единоборство Котова и Миронова. Здесь еще и Абрамович подключился. И вдвоем легионеры мяч у соперника отобрали. Абрамович так классно выбрался из этой сложной ситуации. И так в итоге просто мяч сопернику отдал. Более 15 минут нам остается наблюдать за этим зрелищем. Гефест уже достаточно давно опережает Динамо
по потерянным очкам в том числе. Не забываем еще, что на следующей неделе матч с Невой. У Гефеста. Команда Валерия Нурова, конечно, в усеченном составе вряд ли приедет, но крупная фиаско также может состояться. Гефест тем временем замену произвел. И долгое время Евгений Шлинков даже не выходил на поле. Шутки пошли, что сжалились античные, решив доиграть встречу также в усеченном составе. Но это не совсем так. Затем все-таки вновь состав Гефеста стал полноценным, ну и не того уровня команда, чтобы даже в такой ситуации позволять себе играть в меньшинстве. Гефест постепенно приближается к своему рекорду. До этого самый крупный успех у команды был с перевесом в 15 забитых мячей. Свой чемпионский сезон команда Алексея Швындина забила 16 раз второй команде «Империи», пропустив при этом однажды. Так что каждый последующий гол — это будет новое, ну не сказать, чтобы эпохальное, но историческое событие для команды. Котов забивает 16-й мяч. Издевательски просто войдя в штрафную соперника. Длинная передача вперед. Не ошибается Сергей Романович, получивший возможность попрактиковаться на позиции последнего защитника. Ну а Лузбенев по-прежнему больше времени проводит впереди. Шринков, пас на дальнюю. Котов, передача. Мухин бить не смог. А затем еще и легионера окончательно вытеснили соперника из своей штрафной. Будет такая возможность, уверенно, идти и другие уже достаточно давно бы прекратили это избиение. А тут еще, как назло, все это показывается в прямом эфире. Возможно, уже оглядываясь назад, и стоило легиону вообще не выходить на эту встречу, получив техническое поражение. Не знаю. Миронов.
ставит корпус. Сначала чуть-чуть пройдясь по ногам Павлу Котову, затем мячом выбив Андрея Идрисова. Вот уже и составы стали полноценными, если футболисты не смогут продолжить встречу. Миронов, как капитан сегодняшнего матча, свою работу знает. И арбитр невольно помог проигрывающей стороне. Миронов. Играет вперед на Нерукова. Один в один остается Нерков с Ширинковым. Не стал обыгрывать. Играет назад. Камушкин. И неточная передача. Но Гефес небрежно мячом распоряжается. И позволяет легиону постепенно вернуться в оборону. Впрочем, вот Мухин уже в чужой штрафной. Передача. И 17-й гол. Из офсайда забивает его Гефест. На 50-й минуте это взятие ворот состоялось. Семнадцатое взятие ворот. Тут уже и Сергей Бурцев спрашивает у партнеров, а можно ли ему сходить вперед. Ну, а это взятие ворот для Гефеста, между прочим, стало 50-м. На втором этапе чемпионата. Еще 6, и по этому показателю Гефест сравняется с количеством мячей, которое было у Интера до начала этого игрового уикенда. Напомню, что сегодня на Радзуре 5 раз огорчили вратаря Голдшарк. Но здесь еще один гол красавец с дальней дистанции. Постепенно к третьему десятку приближаются античные. Думаю, что и 20 забитых мячей будет сегодня не предел. Гефест уже даже и немножко извиняется перед соперником, забивая очередные мячи. Но менее рьяно от этого атаковать не начинает. Yeah.
Дальний вынос. Вновь атака. Легиона не увенчалась даже опасным подходом. Абрамович отработал в обороне. Под прессингом сразу двух футболистов оказался. Ну, не стал ничего придумывать. Выбив мяч за боковую. Еще один гол. Алексей Хутулев его забивает. Вот уже и 20 забитых мячей. Ну а Легиону на следующей неделе, в воскресенье, предстоит сразиться с Gold Shark, который также серьезные кадровые проблемы испытывает. Но на фоне Легиона Gold Shark выглядит настоящим топ-клубом сейчас, который еще, к слову, отобрал очки у чемпиона, уже официально ставшего таковым. Более того, Gold Shark по-прежнему является единственным коллективом высшей лиги, не проигравший Интеру ни в первой части чемпионата, ни во второй. Правда, завтра это все может измениться. И думаю, что так на самом деле и будет, но не позволит Интер. Простоволосится себе второй раз за два дня. Здесь Романович добавляет мяч в сетку. После черпачка партнера оказалось, что там на самом деле снаряд и так в створ попало, но чтобы никакой интриги не оставлять, Романович его добил. ...21-0. 4 минуты до конца поединка. Не будет здесь углового. Это Бурцев немножко пробежался за мячом. Могучий выстрел буквально от центра поля. Опасно, но не точно. Историческое событие сегодня состоялось уже без всяких оговорок для обеих команд. Для одних это самая успешная встреча по факту в истории, для других самая-самая неудачная. Трисов. Играет центр. И очередная возможность для контратаки. Наступление Гефест. Пас в штрафную. И Дементьев вручает после удара Сергея Романовича в ближнем бою. Уже немножко и с пляжного футбола мы с вами понаблюдали. Ну а это форменное избиение постепенно подходит к концу. Разминаются уже и команды, которые хотят дальше выяснять отношения на Флотской. А здесь Андрей Абрамович имел отличную возможность провести гол престижа. Не более чем
комментаторский штамп. Понятное дело, что ни о каком престиже здесь речь и не идет. Но Бурцев показал, что за 60 минут он не замерз. И в нужный момент оставил свои ворота на замке. Так что полноправно может считать сегодняшнюю игру годной для того, чтобы в статистику сухих матчей ее добавить. Лазбенев входит в штрафную. Прострел. Я думал, сейчас состоится удар пяткой, но нет. Еще одна передача. И потеря. Возможно, за последней атакой Легиона мы с вами наблюдаем. Завершилась она, как и вся сегодняшняя игра Легиона, абсолютно непонятным действием. Ну а Гефест хочет забить и на последней минуте основного времени матча. Хотулев не проходит эта передача. Здесь Миронов сражается до последнего. И Гефест зарабатывает угловой. Разыгрывают его античные. Навес на дальнюю половину. Ширинков. Очень неточный удар. И думаю, на этом все. 15 секунд Александр Дементьев будет устанавливать мяч на угол вратарской. Компенсировать рефери ничего, я думаю, сегодня командам не будет. Или же все-таки позволит Легиону провести атаку, последнюю атаку. Всем составом пошли легионеры вперед, но это им не помогло. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте будем с вами прощаться. 21-0 завершилась эта встреча. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья, и до свидания. Напряженная финансовая ситуация – это основная проблема многих команд. Она решается путем обращения в «Спортпринт-М».